Добрый день, вашему вниманию предоставляется небольшой видеообзор мобильного телефона Star i95-00L. Давайте посмотрим, что входит в комплектацию, как выглядит сам телефон. Коробочка, сама, конечно, с Samsung Galaxy S4 не похожа коробка, но посмотрим, что у нас тут указано. 4-ядерный процессор на 1,6 ГГц. Super AMOLED дисплей, якобы S Pen и все остальное, но на самом деле тут нету этого. Так, реальные характеристики я вам чуть-чуть позже скажу. Данный телефон стоит около 1000 гривен, то есть дешевая копия с 4 ядрами. Посмотрим, как он выглядит. Телефон сам вот. Что у нас в комплекте идет? Чехол, книжка, качественно сделано, матовый пластик сзади, неплохой матовый, точнее глянцевое покрытие, не матовое. Так, дальше. Наушники, якобы, посмотрим, какие наушнички у нас идут в комплекте. Вакуумные наушнички, наверное, самого дешевого качества, разговорный переходник. Так, micro USB шнур, чуть-чуть похож на самсунговский, скажу честно, видео самсунговский похож чуть-чуть. Ну и зарядка скопирована как Galaxy S4, IC адаптер. Так, 1 ампер, 5 вольт. Довольно-таки неплохо. Что у нас следующая? Батарейка на... На сколько? На 2800 мА. Ну, реально, мне кажется, 2000 в ней поместится. Две штуки, одна уже в телефоне стоит. Так, пленочка. Подходит на оригинальный Galaxy S4. Пробовали, ставили. Ну, инструкция на китайском языке. По-моему, это вообще не на Android, но на китайском языке. Так, что у нас еще тут? Интересно. Больше весь комплект закончился. Сейчас посмотрим телефончик, как выглядит. Так. Давайте посмотрим. Телефон с виду похож на Galaxy S4, только толще. Намного толще. Задняя крышка как Galaxy S4, матовая, с вот этим вот типа сеточка какая-то сделана, покраска такая под сеточку. Кнопки расположены как Galaxy S4, все кнопки расположены. Давайте посмотрим, что у нас под батареей интересного. Крышка, батарея. Как телефон выглядит, модель i95-00L. Две сим-карты обычных, флешка, батарейка, вспышка, камера и 3,5 джек. Сзади, на задней стороне динамик находится, micro USB и микрофон. Ну, с виду похож, но тяжелее, это первое. Телефон тяжелее. Мне кажется, это минус, если сравнивать с Galaxy S4, если делать китайские копии, то тяжелее он. Так, включим, посмотрим. Ну, я думаю, по цене до 1000 гривен за 4-ядерный процессор MTK6589. Это нормально. Якобы в телефоне установлен Android 4.2.1. Ну, проверим мы сейчас, посмотрим. Gigabyte LZU. Камера 8 мегапикселей якобы заявлена. Так, ну что, давайте посмотрим. Ну, как написано было сзади на коробке, по-моему, что IPS Super AMOLED HD дисплей. Увы, нет. Тут обычный TFT дисплей. Синими подсвечивается. Прикольно даже. Кажется, то некоторое разнообразие. Разве что как белая приходит. Светка тут синяя. Довольно-таки неплохо. Что у нас тут?
Android, сейчас посмотрим, реально 4.2.1 или 4.0. Сейчас глянем. 4.2.1, но якобы что реально тоже похож на 4.2.1. Реально. Так, значит, производитель нас не обманул. Обновление системы даже якобы есть, это уже лучше. Так, что у нас тут? Камера заявлена 8. Давайте посмотрим на камеру. Заявлено 8. Автофокус есть. Сатрофируем, просмотрим. Увеличим. Ну, по расширению она, да, видно каждый... Принтер напечатал, то есть каждый пиксель, будем говорить. Ну да, якобы реально, мне кажется, 8 есть. Мультитач на две точки. Передняя, задняя камера. Передняя 0.3, вторая 8. Ну, якобы как 8 было, так и есть. Так, что еще? Давайте просмотрим. Клавиатура ничем не видрезняется. Ничем не, нету разницы с Андроидом 4.0. Разве что интерфейс вот поменялся. Другая шторка. Видим, да? 4.2. Ну, якобы реально. Но придираться за 1000 гривен телефон, думаю, это нормально. Ну, экран, конечно, не IPS, обычный TFT, но довольно-таки неплохие цвета передает. Видно то и все. Два датчика сверху расположены у нас. Ну и вроде все. Что еще можно рассказать интересного в телефоне? Разработчик, производитель не позаботился о прошивке, то есть обычный голове Android 4.2.1. Фонарик, якобы указано, что вспышка на обычный LED светодиод. Даже не ксенон. Ну, довольно-таки неплохо. Телефон самого хорошего качества, сборка ничего не скрипит, ничего. То есть, видно, все отлично. Логотипчик Samsung. То есть, если так, вот так его будут вам там предлагать где-то в метро или в чем-то, я думаю, так похож на Galaxy 4. Правда, по весу это первый минус. И по толщине. Galaxy 4... Не захлопну ни крышку. Так, Galaxy 4 где-то вот такой вот по толщине вот до крышки. Вообще маленький. Ну, это чуть потолще. Но неплохо. Механическая клавиша. Так же, как в Galaxy 4. Управляет нас домой. Ну, вроде на этом все. Спасибо. Кому нравится, подписываемся, ставим лайки. Пока.